стопудовые мухи. Мы ржем над мухами, как они тупо бьются в стекло. Мы точно так же живем, и нам невдомек, что, возможно, перед нами такое же стекло, такое же непроницаемое стекло, как с точки зрения стекло мухи, стоит непреодолимая преграда. Мы просто природу этих преград даже себе не допускаем. Не можем допустить, как муха стекло, так мы какую-то некую преграду гипотетическую. И мы постоянно продолжаем биться головой о стекло, ногами, брюхом, лапками, чем у нас там есть еще, у кого-то крылья. Бьемся и думаем, ну как, ну будет же оно, да сейчас я возьму, ну сейчас точно возьму. Что мы рекомендуем мухе? Ну отлети ты подальше, посмотри, вон форточка открыта, вон через другую комнату можно пролететь, да или вообще просто перестань лететь в эту сторону. Много вкусного в других сторонах, вон чердак открыт, я не знаю, балкон открыт, в подъезд вылети, там тоже жизнь. Люди интересные ходят, кто-то бухает, кто-то колется.